Как обрезать кусты винограда, которые не вызрели или плохо вызрели? Давайте попробуем разобраться. Всем привет! Сегодня 7 ноября 2022 года. В этом году у всех ужасно вызрела лоза. Если честно, я удивлен, что даже в центральной Украине ребята писали мне, что у них тоже проблемы с вызреванием лозой. Ну тогда что говорить про Беларусь? Центральную Беларусь и тем более северную. Там вообще, конечно, капец полный. В том году у меня тоже было несколько кустов, которые плохо вызрели. Я их обрезал. В принципе, сейчас покажу, какой был результат. А пока ставим лайкос авансом. Подписываемся на канал, кто не подписан. Погнали. Пишите в комментариях, какие сорта у вас не вызрели в этом году. Интересно будет почитать. Это дубовские розы. В том году буквально по одной, по две почки у меня вызрело. Вот результат. Это сейчас уже... лозы голые. Сейчас, в принципе, вставлю вставочку, какой был урожай. Небольшой, но все-таки был. Там, по-моему, что-то около десятка гроздей было. В этом году результат лучше. Все вызрело, в принципе, до кончиков. Но в том году он еще был молодой куст. В этом году ему уже сколько? 4 года. В принципе, видите, у него уже есть многолетняя древесина. В принципе, когда есть многолетняя древесина, немножко проще процесс этот проходит. Да, с вызреванием лозы вообще в этом году все хорошо. Поэтому даже не будет необходимости тут голову ломать, как его обрезать. Все по классике веера. Друзья, хочу порекомендовать вам интересный канал моего соотечественника, друга и соратника Юрия Стражева. Он выращивает виноград в условиях Западной Беларуси в городе Лида, Гродненской области, и делится этим в своих видео. Канал Юрий Стражев, ссылка в описании под видео. Переходите, подписывайтесь, жмите колокольчик и передавайте от меня привет. Ни для кого не секрет, что Каталония очень плохо вызревает лоза. В этом году, наверное, первый год, когда она хорошо вызрела. Видите, тут у меня горизонтально пригнутые. Это я каждый год практически так делал, чтобы лоза вызрела. И, в принципе, даже те, которые вертикально, лоза тоже вызрела в этом году. Хотя реально в этом году у всех засада с вызреванием. Значит, этот куст я тоже в прошлом году обрезал. Буквально по 2-3 почки были вызревшие, поэтому я резал ее на рожки. Сейчас покажу, в принципе, как я это делаю. В этом году необходимости такой нет, но я покажу на нормальном кусте. Да, проверял статистику моего канала. Меня половина смотрит без подписки. Ребятки, вы что, очумели? У вас все дома? А? Ну и ладно. Надо исправить эту ошибку. Ну что ж, вернемся к нашим баранам. Сорт Элегант. У него проблем с зрением лозы никогда не было. Но я его взял в качестве примера, потому что у него так более-менее... красивенько все выглядит. Видите, все расчесочкой такой. Ну, предположим, что все эти побеги не вызрели. Вызрели буквально на 1-2 почки. Значит, что мы делаем? Я, в принципе, так как он нормально вызрел, я оставляю, который ближе к основанию, вот эти вот побеги. Эти все срезаю. Если проблема с вызреванием и все побеги плохо вызрели, на 1-2 почки делаем так. Например, ну, к примеру, здесь на 3 почки вызрело. Чикаем до той степени, до того момента, где вызрело. Сделали рожок. Здесь то же самое. Вот, здесь, кстати, плохо вызрело. На нем и покажу. Здесь 1, 2, 3. Чикаем. Оставляем немножко запас до почки, чтобы не усохла почка. Видите? Всегда оставляем побег. Всегда оставляем небольшой запасик. Вот здесь, вот, кстати, тоже плохо вызрело. Раз. На 2 почки. Ладно, на 1 обрежем. Правда, не все сорта плодоносят с первой почки, но сам факт, когда нет выбора, что есть, то есть. Здесь то же самое. К примеру, вот вызрело 3 почки. Наклон я делаю от почки, потому что когда пасока будет течь, чтобы стекала не на почку, а в обратную сторону. Вот получились вот такие рожки. Вот в том году я так и обрезал. И так все на рожки. В следующем году с каждого рожка, с каждой почечки пойдут побеги. И там уже можно нормировать.
Все, тут в принципе сложного вообще ничего нет. Ну и смотрим, что получилось. Вот смотрите, вот я, скажем, пол куста обрезал на рожки. Вот получается по два, по три почки. Ничего страшного. С этих почек пойдут побеги. Из них вы еще даже будете нормировать. Удалите лишнее, когда будет лоза расти. Вот такие рожочки. Ничего страшного. Взяли, все это опустили, пригнули, пришпилили. Будет зимовать. Проблем как бы нет. Красно. Если сделать такую обрезку, в принципе, вы максимально вытянете с куста все, что можно. Выдаст побеги, ну, какие только возможно. И получится, примерно сформируется вот такой куст. Вот, с таким количеством побегов. Ну, плюс-минус. В любом случае, это лучше, чем ничего. В этом году обрезку начал вот в ноябре, практически середина ноября. Обычно все это происходит раньше, потому что уже листвы к этому моменту нет. Пишите в комментариях, когда вы начинаете обрезку. И когда обрезали в этом году. Друзья, у меня есть второй канал, там еще нет 1000 подписчиков. Давайте немножечко ему поможем подрасти, потому что пока не будет 1000, YouTube не дает продвижения, не дает показы. Кому не влом, подписывайтесь, ссылка в описании под видео. Да, многие просили объяснить поподробнее, как пришпиливать к земле, насколько низко надо лозу укладывать. По сути, не суть важно. Ну, давайте просто для примера покажу. В принципе, их можно связать фашины, там, веревочкой, проволочкой, чем угодно. Я, в принципе, это не делаю. Достаточно вот так вот вместе их сложить. Вот у меня такой провод, довольно толстый, жесткий. Просто загоняем шпильку. Вот смотрите, какое расстояние. Этого более чем достаточно. Если сильно прижмется к земле, абсолютно не критично. Главное, чтобы оно не было при ямке. Если вдруг зимой образуется лужа и замерзнет, вот это будет плохо. Поэтому, ну, если на поверхности вот так вот, если оно даже лежит, ничего страшного абсолютно. У меня было такое, что кроты нарыли холмы, и вообще было над лозой большой холм. Вообще многие укрывают землей. Я потом раскопал, все замечательно, шикарно перезимовало, проблем нет. Ну, я примерно оставляю, ну вот, на 3 пальца. Вот такая, такое пришпиливание получается. Все, потом все это накроется, перекинется через нижнюю проволоку, дарнитом, шалашом, и будет все это зимовать. Причем замечательно. Ну, можно еще пару шпилек, например, сюда и сюда, чтобы более-менее так плотненько было. Ну вот, давайте, еще одна шпилька. Загоняем. Можно любым электродом, невостребованным каким-нибудь. Все, смотрите. Все прекрасно. Вон, даже то, что она лежит на мульче, абсолютно не смертельно. Подробное видео по поводу обрезки однолеток, многолеток и так далее. Ссылка в описании под видео, там будет плейлист. Спасибо за лайки, за комментарии. Постарался максимально коротко все объяснить. Все, всем удачи, пока.